Большой спортивный праздник в Туле. В город привезли футбольное сокровище – Кубок чемпионата мира. Церемония прошла в исторической обстановке на территории Кремля. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и посол чемпионата Виктория Лопарева сообщили, кубок будет находиться в городе 2 дня. Любой желающий сможет сделать фото на память. Это уникальная возможность для нас прикоснуться к серьезному трофею чемпионата мира по футболу, посмотреть его. Мы все уверены, что этот тур, который проходит в 25 городах нашей страны, и Тула удостоена чести тоже принимать этот трофей, он придаст еще очередной импульс для наших детей, для нашей молодежи, чтобы все занимались и любили спорт, ну и, конечно, играли в футбол.